Меня пригласили на съемки клипа «Занимаемся спортом». Я взяла с собой адидасовский костюм. А оказалось, что ну, там «Занимаемся спортом» немножко был такой другой скрытый умысел. Девчонки были все в купальниках, там какая-то была такая странная задумка. Вот я сказала, что я не буду раздеваться, извините. Мне сказали «Занимаемся спортом, давайте мне мяч, я там буду заниматься спортом». У него было выступление вечером в каком-то клубе. Но я, естественно, решила не идти. Звонок в дверь. Я открываю дверь, и там стоит Тим в спортивном адидасовском костюме. Я думаю, господи, что происходит, зачем он пришел? Он говорит, а почему ты не пошла? Я говорю, ну, я устала, я хочу поспать, вот отдохну, сейчас поем, лягу спать. И он говорит, нет, пошли. Я говорю, да мне даже одеть нечего. Ну, я тоже в спортивном костюме специально оделся. Мне пришлось пойти, и вот мы с ним вместе в этих спортивных костюмах пришли, он выступал. Он меня проводил домой, поцеловал меня. А с утра мне приходит сообщение, вот я тот, кого ты вчера на ночь целовала.